Хабиб, дорогой, сплоти нас всех, выйди с русским флагом. Просит тебя вся Сибирь, вся Россия. Давай, мы болеем за тебя. Добрый день, подписчики, зрители. У меня такая вот дилемма, мысль в голове. Смотрю в интернете постоянно все там. Кто-то за Хабиба, кто-то за Макгрегора. Кто-то высказывает свои претензии, кто-то высказывает свои положительные отзывы. Что касается Макгрегора, да, он вспыльчивый, да, он выходит со своим флагом. Но при этом, как спортсмен, он, говорят, довольно-таки порядочный человек. Но, опять же, сугубо лично я его не знаю, не могу ничего сказать. Что по поводу Хабиб, дорогой, такая мысль. Конечно, печалит тот факт, что он не выходит с флагом Российской Федерации, хотя это не запрещено. И, может быть, даже больше личная просьба к самому Хабибу. Хабиб, ну, если тебе не сложно, объедини ты все наши народы русские, на Руси живущие и не русские народы. Объедини ты нас всех, надень флаг на плечи, накинь. Представь Россию. То, что ты свою родину непосредственно ходишь в папахе национальной, это, конечно, все замечательно. Но, как-никак, мы все живем в России, у нас многонациональный народ. И нам бы хотелось болеть за тебя, видя в тебе того человека, который нас сплочает. Сплочает под единым флагом. Чтобы не было вот этих лишних разговоров. Да, Хабиб никогда не одевает на плечи, не берет с собой наш флаг российский. Чтобы не было таких даже разговоров. Возьмем даже нашу вот сборную по футболу. Они сплотили нас на пусть тот период, там 2-3 недели, но сплотили народ. Мы начали наконец-то верить в них. И в тебя мы хотим, Хабиб, верить. Очень хотим верить. И хотим, чтобы ты победил на самом деле. И хотим, чтобы ты победил не только за свою личную родину, где ты родился, вырос, где ты тренируешься, работаешь, а чтобы ты победил для нас, для всех, кто живет в России, для всех национальностей. Мы хотим гордиться тобой. Просьба к тебе. Не забудь взять флаг Российской Федерации и представить Россию. Даже можешь, как вариант, взять два флага. Флаг Российской Федерации и флаг непосредственно своей любимой родины. Никто тебе плохого за это ничего не скажет. Тебе-то за это скажут только большое спасибо. Болейте всегда за наших. Подсказывайте нашим, как себя в той или иной ситуации вести. В некоторые из них многие из нас даже так потеряли себя, когда произошел развал Советского Союза. И сейчас у нас есть очень хорошая возможность сплотиться все вместе. Возможно, когда-то, если это не будет Союз Советских Социалистических Республик, то это, возможно, будет наикрепчайшая Россия со всеми теми же республиками. И вместе мы всегда будем силой. Все русскоговорящие, все духом кто. Как у нас говорят, не знаю, как у вас там говорят в Москве, а у нас в Сибири так говорят. Русский – это не национальность, это состояние души. Всем добра, удачи, пока-пока. Хабиб, дорогой, сплоти нас всех, выйди с русским флагом. Просит тебя вся Сибирь, вся Россия. Давай, мы болеем за тебя.